Здравствуйте. Сейчас мы проходим по Ереку Гнилуша. Заброска была на реке Конка в Цюрюпинске, прямо недалеко от съезда с трассы. Мы прошли по Конке под автомобильным мостом, соединяющим Цюрюпинский Херсон. Повернули на север и вышли на Ерек Гнилуша. Почему он так называется, не знаю. Достаточно широкий водоем. Течение приблизительно пол до километра. Да и глубина соответствующая. Возможно, в августе здесь и присутствует специфический запах и внешний вид этой речки, но в середине весны вполне живописное место. Первая часть Ерека от Конки, она не слишком богата на пейзажи, скорее ее можно проходить из спортивного интереса. Вторая же часть, она начинается от протоки, которая будет отмечена в описании на карте, с Днепра. Здесь уже с правого и левого берега у вас будут лиственные деревья и интересный берег, не камыш, как это было, если заходить со стороны Конки. Сейчас я ищу место для небольшой стоянки, для завтрака и небольшого отдыха. Западный проход на Ерек Гнилуша напоминает переулок по городским меркам, а то и какой-то просто междомовый проход. Как видите, грести практически невозможно, а впереди, похоже, завал. Ника, асфальтовый.